Салют. Оно же доброе утро. Сегодня ровно 100 лет исполняется с первого вообще в истории бревета на 200 километров. И в честь этого, собственно, мы едем 200 километров. Следующий такой будет еще через 100, поэтому пропускать его нельзя, потому что вряд ли я доживу до следующего. Доброе утро. Филиппов Сергей. Спасибо. Мне это печать не стоило. Как это стало? Серега, ретро. О! Привет. Здорово. Конечно, вот. Потихоньку народ собирается. Вы все рандомьеры. По проезду данного привета вы будете уже внесены в мировой рейтинг рандомьера во Франции. У вас будет уникальный свой номер по каждому привету. Приветик стартанул, нас дофига. Пошла жара в хильчик. Пульс под 170. Хуже стал ездить об хилы. Хорошо. В краю родном. Ха. Пахнет сеном. И кайфушечки. Классные спуски. О, ну а сейчас на обхилах, конечно, чутка подофигел. Плохенько стал ездить в отъемы. Совсем плохой стал. Ай. И второй долбанный торч. Этот круче. Тут придется поумирать. Не буду спешить, все равно быстрее не будет. Поехали, поехали. Так, какая карта? Итак, после тех обхилов я отвалился от группы, что было очевидно. Но что-то я совсем как-то силы потерял. Решил не упираться. В принципе, ну, толку от этого немного, а сил мало. Не, оно, конечно, кайфово, когда оно идет. А когда не идет, то нафиг оно надо. Можно просто себе в удовольствие крутить на релаксе, дышать, смотреть по сторонам и не париться. Поэтому взял себе свою любимую фигню, свою любимую траву. Возможно, после нее меня вштырит, и я начну быстро ехать. Но взял так, чисто покайфовать, попить, порелаксить. Подожди, подожди, дорогой. Уездочек. Так, ну, начнем кайфовать. Кайф. Подсадил меня, кстати, на нон-стоп Юрец. Тот, что дикий шосер.
То, что Петька Саган, с которым мы гоняли в этот, в Южный когда-то. Ну и не только в Южный, много видосов было с ним. Я прикреплю в подсказках выше видосики с Петькой Саганом. Я сегодня соло-трипер. Ну, в смысле, триппер. Ну, вы поняли, да? Я думаю, вам не нужно объяснять, что такое триппер. Взрослые все люди. Подъезжаем к КПшечке. Господа, если можно чуть-чуть с дороги, ну все-таки же, там же машины хотят тоже. Да-да-да-да-да-да, именно спасибо. Именно. Можно водичку? Вы идете. Нужно. Спасибо. Да, блин, а сказали бы я... Снова проезжаем через костел. Очень крутое сооружение. Реально, если бы его восстановить, то было бы очень крутая точка на карте. Проехал 133, гребаные мушки достали уже, летят в рот, в нос, куда угодно. Какое-то нашествие мушек. Танчик, поехали. По 50 километров проехал. Совсем чуть-чуть осталось до финиша. Короче, ехал. Встретил Серегу Гальнюка. Походу пробился. Сидел на обочине. Сказал, что полчаса вперед вообще никого нету. Короче, ребята там валят по-серьезки. Я там вообще никого не догоню уже. Походу, до самого финиша я буду ехать в соло. Такова судьба рандонера. Короче, 183 километра проехали, отстал от Сереги, что-то вообще не едется сегодня, еще жара такая, прям адская. Ну, до финиша километров 20 осталось. В принципе, если что, я уже сам доеду. Сейчас кепку намочил, потому что башня просто закипает. И поеду дальше. Thank you.
Ну что, финиш близко. Последние метры. Ой, въебал. Поздравляю. Спасибо. Вы еще и в 9 часов приехали? Тренированный, едешь медленно, а она тебя тянула всю дорогу. Так, а где было шаг?